знаем, вчера в сборной он не играл, поэтому мы ждем его возвращения. Посмотрим, как он себя чувствует. Если все хорошо, то это не секрет, он будет играть. Пауло, во время паузы вот этой сборной говорят, что вы были в Италии. Это была исключительно частная поездка или как-то уже потихоньку готовитесь к предстоящему матчу с Наполи в том числе? Пауло, nesta paragem, continuamos a ouvir a informação que tu foste à Itália. O que é que foste lá fazer? Foi uma viagem pessoal ou já estás a preparar o jogo contra o Napoli? Não, essa informação está errada, que eu não estive em Itália. Isso não aconteceu. Нет, это неправдивая информация. Меня не было в Италии. Okay. Такого не было. Okay. Но Steve на Украине, мы же но фой, obviamente, Италия. Я был не в Украине, но и в Италию я не ездил. Мы просто летели через Рим, вас видели в Риме, в аэропорту. Экспедирован на Рома. А, натурал, porque eu fiz lá escala em Roma, mas não saí do aeroporto. Да, действительно, я летел трансфером, то есть через Рим, но я даже не выходил из аэропорта. Тогда, извините. Сбалансированное или разбалансированное?